это, по-моему, правда. А, несмотря на то, что нас все запугивают в Камбодже и говорят, что туда нельзя, сюда нельзя, везде мафия, всякие бандиты могут отобрать байк, могут отобрать вещи, могут ограбить, сделать что угодно, куча животин, змеи, скорпионы. Этих скорпионов, кстати, не показала, сейчас покажу. Вот, мы все-таки решили взять байк и осмотреться. Сейчас поедем на водопады, потом попробуем посмотреть какие-нибудь безлюдные пляжи. Заедем в сам город Синуквиль, здесь недалеко есть деревенька, тоже ее посетим. Посмотрим, что здесь за рыночки, что здесь с едой происходит. В общем, начинаем осваивать. Выбросить тебя в болото. Так. Начинаем осваивать Камбоджу, как обычно. Если ты, может, сможешь ноги вот сюда поставить, сидеть, это одно дело. А, попробуйте. Вот сюда, наверное, сможешь ноги поставить. Да, кстати, и нормально идут. Иди сюда, Маша, ты заодно на крыльях ладишь. Да. Ты так же делаешь? Да. Дорога зовет. Как без меня? Горит. Thank you very much. Попали под дождь, стоим под укрытием. Нам разрешили здесь постоять. Надеемся, что дождь ненадолго. Да, Маш? Ирина говорила, снег, когда гром начинается, снег в домах, потому что если не будет прикрытие, то этот гром сожрет и улетит на небо. А я не хочу, друг, это очень больно. Да. Лилия Викторовна все объяснила вам. Что ж, едем на водопады. Повернули не туда. Раз. Попали в дождь. Два. Едем. Но когда-нибудь доедем. Их увидим. Вам покажем. Папа на целе. Идет? Да, клево. Сейчас подожди, я сфоткаю тебя. Перешагивай.
А? Доллар написано. Так, давай здесь аккуратненько проходим. Сейчас мои ручки, я хочу. На щеночка ты хотела посмотреть. Маленького. Щеночки маленькие. Да, моются, смотри. Я так понимаю, видишь, многоступенчатый. Вот тут, так, 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 так. Туда и туда. Вот дают прямо. Конечно, так мыться в нем. В общем, у меня сложилось впечатление, что здесь такой очень освоенный водопад. Блин, опять. Очень много беседок. Сюда, видимо, они приезжают просто как на выходные, на пикники. Они там со своими мультиварками, шашлычницами. Вот они прямо здесь готовят, сидят и отдыхают. Hello! Переждали дождик и идем. Так, аккуратно тут. Бабушка ставит двери. О, синенький, да. Водопадик. Купаться пойдет? Кадров больше не получится. Кадра уже не будет. Да. Ого! Мама, это я умная, маленькая. Мать, твой.
Выходи сюда. Куда бежим? Или Маш, иди сюда. Садимся.